Посмотрев трейлер интервью Меган Маркл, которое она дала Эллен Дидженерис, королевские эксперты пришли к выводу, что герцогиня Сассекская по-прежнему отчаянно нуждается в публичности, но королевской семье оно, скорее всего, не причинит никакого вреда. В предварительном клипе, выпущенном в среду, Меган раскрывает подробности о своей жизни в качестве актрисы до того, как встретила своего мужа принца Гарри. В частности, она рассказывает, как приезжала на прослушивание на эту самую студию Warner Brothers, где ныне снималось ее интервью с Эллен Дидженерис, на потрепанной старой машине Ford Explorer Sports. Меган вспоминает, что у машины сломались замки на водительской и пассажирской дверях, и она была вынуждена забираться в авто. Через багажник. Я парковала машину в дальнем углу двора. И чтобы попасть в нее, открывала багажник, залезала, закрывала за собой багажник, а затем проползала на водительское сиденье. Конечно, многое изменилось с тех пор. Оценивая трейлер интервью, королевский комментатор Ричард Фицуильям сказал «Экспресс». UK, в отличие от спорного и глубоко разрушительного интервью Сассексов Опри Уинфри, которое было выдано эфир, когда принц Филипп был в больнице, у Эллен Дидженерис Меган, похоже, намерена повспоминать о своих днях в шоу-бизнесе. В этом нет никакого вреда. Но недоброжелатели Меган явно будут критиковать одержимость герцогини публичностью и контролем над своим имиджем. Ричард Фицуильям продолжил. Если появление Меган у Эллен Дидженерис ограничится воспоминаниями о днях, когда она была актрисой, и вопросах. Участие в разрешении которых сейчас активно принимают Сассексы, такие как разнообразие, гендерное равенство, психическое здоровье и окружающая среда, то это вполне уместно. А вот если это связано с нападениями на королевскую семью, это будет совсем другое дело, особенно в данный момент. Интересно, даст ли нам Меган в этом интервью представление о том, чего на самом деле хотят Сассексы, которые так непредсказуемы. Между тем, как понятно из трейлера, в интервью Меган Маркл намерена рассказать и о своих детях. В частности, она упоминает о своей дочери Лилибет и рассказывает, что у нее сейчас сложный период, начали резаться зубки, и даже просит у Эллен Дидженерис совета, как облегчить малышке этот процесс. 63-летняя Эллен, у которой детей нет, грубовато шутит в ответ: «Текила, может быть». На что Меган отвечает: «Прекрасный совет от тетушки Эллен для вас». А сама Эллен говорит, что именно поэтому у нее нет детей. Интервью выйдет в пятницу. В нем Меган, впервые с момента интервью Опри Уинфри в марте, появится на телевидении.